Один человек погиб, еще трое оказались в больнице из-за аварии с участием трамвая. Транспорт сошел с рельсов накануне на пересечении улиц Победы и Советской. Водитель не справился с управлением. На повороте вагон по инерции врезался в световую опору. В момент аварии в салоне находилось около 12 человек. По факту произошедшего проводится проверка. В результате данного происшествия пострадало 3 пассажира. Один погиб на месте происшествия. Причина сходу пока выясняет следствие. То есть мы еще пока точно знаем, почему. Либо неисправность ходовой части трамвая, либо превышение скорости трамвая. Это покажется.